Всем привет! С вами Феликс, и мы продолжаем рассматривать тему аффилиат-маркетинга. Но перед тем, как перейти к самой теме, пожалуйста, прошу вас подписаться на мой канал, подписаться также на канал, который мой параллельный, если вам не трудно. Спасибо большое. Итак, в прошлом ролике мы с вами договорились, что все будут иметь свои социальные сети: Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter и Quora. Просто вот этот сайт вам мало знаком. Смотрите, надо обязательно, чтобы ваши аккаунты были живые, человеческие, с фотографией реального человека, для того, чтобы уметь продвигаться в соцсетях. Как видите, у меня это готово. Ну и те аккаунты, соответственно, тоже. Не буду сейчас их показывать. Значит, смотрите следующее. Почему я вас попросил в первом же ролике из этого вот плейлиста, вот плейлист аффилиат-маркетинг, попросил делать все за мной, без, так сказать, не задаваясь вопросом, а для чего мне это, да ладно, давайте я посмотрю и так далее. По этой причине, вот смотрите, у меня здесь есть вот блог Amazon, который многие из вас, наверное, знают. Я о нем вспомнил из-за того, что сегодня в одном комментарии под роликом, а я стараюсь, не стараюсь, а в принципе оно так и есть, я отвечаю практически на все вопросы в комментарии, если это коротенькие вопросы, на которые можно ответить в несколько слов. И вот сегодня мне пришел, точнее вчера, один комментарий, который заставил меня вспомнить об этом. Смотрите, человек просто пишет, со всем уважением, пишет: как мне начать, что дропшиппинг? Вот представляете, я вспомнил вот эту вот историю 16-го года. Задан вопрос. Я отвечаю, посмотрите ролики, станет понятно. Можно ссылку на ролик, в котором это показывается. Смотрю ролики, очень интересно, подписался. Всего-то по теме, там, я отвечаю, 50-60 роликов на 22 часа. К сожалению, нету времени, чтобы все услышать одну фразу. Вот эту одну фразу в его представлении — это одна фраза. А тут вот смотрите, для начала дропшиппинга нужно купить товар на eBay, например. Для этого нужно иметь деньги на Пионере, так как положить первую сумму, чтобы с нее начать. Ну вот вы можете в одном предложении ответить, как положить первую сумму, чтобы начать. Это одним предложением не ответишь. Поэтому всех, кто смотрит мои ролики, пожалуйста, вот по этой последующей теме, по теме аффилиат-маркетинга, я специально вот сделал вот такой блок. И теперь внизу каждого ролика, любого ролика на эту тему, будет просто ссылка на этот блог. А здесь вот пока что он полусырой. Вот есть такая вот вкладка. Не в выпадающем меню кликайте, а вот прям по вкладке. И тут ресурсы. Тот же Antidetect браузер, о котором в прошлом ролике было, прокси. Вот здесь ссылка на Canva. То есть все полезные ссылки в одном месте, чтобы и под роликом любым видео не загружать целую кучу всяких ссылок. Итак, погнали дальше. Сайт, о котором я сегодня буду рассказывать и показывать, называется CPA Grip. Что это за сайт? Это сайт,
позволяет как зарабатывать самому, и потом в дальнейшем мы будем рассматривать с вами связку с другими ресурсами. Так что еще раз напомню, пожалуйста, если хотите без проблем, пошагово, бесплатно, я за это денег не беру, делать и продвигаться вперед, просто делайте. Оно все займет у вас, допустим, в день по 15-20 минут, но в итоге вы придете к конечному какому-то результату. Итак, вот этот сайт. Ссылка, как вы видите, вот она. Вот перейдете прямо в блоге на этот пост. И вот здесь и эта ссылочка вас приведет туда. И эта ссылочка, и вот это вот зарегистрироваться сейчас. Когда вы начнете регистрацию, во-первых, тут есть небольшая такая для регистрации небольшой такой момент. При клике на регистрацию у вас появится вот такое окошко. Заполняйте все четко, правильно, так как у вас есть, начиная с номера телефона и так далее. Здесь единственное, что не у всякого может быть, надо свой ID скайпа тоже заполнить. У кого нет, заведите. Перед регистрацией заведите скайп. Следующий момент. Вот эта вот вкладочка Publisher Type. Здесь из выпадающего меню можно выбрать вот это второе. То есть тут получается первое. Publisher type – это вопрос. Первое или вот это, GPT, которое я сам выбрал. И второй момент. Вот здесь задается вопрос, откуда вы про нас узнали. Здесь надо заполнить. Для чего это заполняется? Для того, чтобы быстро пройти одобрение. Практически сразу. И, естественно, проставить вот тут вот чекбоксы, согласиться с ним, с условиями их использования. Теперь еще раз. Вот здесь из выпадающего списка GPT или Website Insert здесь заполнить текст. Какой текст? Вот здесь, в этом посте. Я написал. Скопируйте текст ниже. И вставьте. Вот копируете этот текст. С этого тут ссылка на мой канал. С этого я ничего не имею. Просто вот так вот проходится быстрее одобрение на регистрацию. То есть сразу же проходит одобрение. Теперь с регистрацией разобрались. Давайте посмотрим, что это за зверь. После регистрации и так далее, там заходите, вот вас дэшборд, так сказать, консоль управления. Давайте посмотрим, какие же деньги здесь вообще-то зарабатываются. Вот этот чат, вот это о том, какие тут зарабатываются, что можно заработать. Вот здесь, в этом чате, вот, например, вот этот человек сегодня ничего не заработал. То есть пишется даже такое. Вот этот человек заработал 7, почти 500, но за все время. За все время, пока он на этом сайте работает. Он, вот тут all time, вот это надо, вот это слово, это означает за все время. Вот следующий какой-то пофиги, да? Заработал 67 тысяч за все время работы на этом сайте. Вот этот, например, заработал $2 сегодня. То есть это такой чат, куда, когда у вас вот будет $25, можете и сами писать туда сообщения, просто чтобы мотивировать других. Но все это, так сказать, ваши записи, они моделируются. Вы не сможете там с потолка взять и написать, что я сегодня вот столько заработал. Ну, модераторы следят за этим. Этот за
опять же, за все время заработал 16 тысяч. Я тут заходил, смотрел, иногда было, что и там 100 с чем-то тысяч, это, видать, с первого же дня сидит тут человек и зарабатывает. Даже есть тут такие. Так что заработки здесь приличные. Приличные, вот смотрите, вот этот человек, вот тоже интересно, просто зарегистрируйтесь, посмотрите. Вчера заработал 53 доллара. Ну, это приличные заработки, да, смотря как работать, как тут зарабатывать. Они хотя и по мелочи вроде зарабатывают, но зарабатывают прилично. Тем более, еще раз повторюсь, эта связка, этот сайт нам в дальнейшем понадобится. Теперь, чтобы довести до конца свою регистрацию на этом сайте, я тут специально пока не сделал. Вот первая вкладочка вот такая желтого цвета, она и тут слева тоже, вот видите, в панели управления. Здесь аккаунт settings. Кликаем по ней. И здесь надо заполнить налоговую информацию. Нас сразу определяет по IP, что мы из Армении, там не из США. Кстати, не используйте никаких прокси, никаких VPN-ов, ничего здесь такого не используйте. Они сразу это секут и блокируют. Так что работайте в чистую, в белую. Итак, переходим вот сюда, на эту синюю вкладочку. И здесь просто форма, если кто заполнял такую аналогичную форму в Амазоне, помнят, что вот здесь, вот в самом низу, надо просто написать свое имя, фамилия на латинице. То есть это соглашение, в котором вы пишете, что вы не резидент США. То есть налоги платите по месту проживания. Следующее, опять же, перейдем через дэшборд, это Payment Center. Payment Center, опять же, внимательно и аккуратно. Вот смотрите, для того, чтобы поменять, точнее, тут даже не поменять, а вставить свои платежные данные, надо заработать не менее 25 долларов, чтобы у вас на балансе было. Но с этой компанией, с этим сайтом работают вот выпадающий список. Пионер. Сама карта Пионер. Пионер номер счета. Ну, это другой банк, в принципе, и на PayPal выводится. Теперь смотрите, тут все понятно, как бы мы знаем, как бы вставлять данные от платежки Пионер. Но вот что мне здесь понравилось, вот это можно сразу выводить на карту. То есть сразу деньги перечисляются вам на карту в течение 2 часов. В течение 2 часов переходят к вам на карту, за каждый перевод 3 доллара списывается. И единоразовое списание, единоразовый сбор в размере 10 долларов. То есть, чтобы вашу карту тут зафиксировали, с вас списывается 10 долларов и 3 за сам перевод. 3 доллара за сам перевод. В дальнейшем за каждый перевод только вот эти 3 доллара. Карта у вас зафиксирована, 10 долларов списано. Все. И здесь, ну, напоминает, что у вас должен быть аккаунт Пионер. Ну, у нас у большинства есть. У кого нет, он может без проблем завести. То есть, когда придет время, я именно вот этот способ и выберу. Чтобы не на Пионер уходило, а потом с Пионера, не знаю, ждать. Тут смотрите, когда выбираешь банк, опять же, 3 доллара за транзакцию, от 1 до 3 дней ждать. Так что
на карту самый удобный вариант. Итак, с этим тоже разобрались. С платежкой. Теперь смотрите. Какие офферы здесь брать? Эти вот способ заработка называется офферы. То есть вы берете предложения и распространяете их. Офферы берутся в аффилиат-маркетинге. Эти все вот товары называются офферами. Офер. Берете вот в этой вкладке Offer Tools. Offer Tools в разворачивающемся меню берете My Offer. Попадаем вот на такую страницу. Естественно, по IP сразу определила, что я из Армении, и для Армении нету никаких офферов. Не страшно, мы выбираем другую страну. Мы можем выбрать любую страну из выпадающего списка, но для демонстрации я сейчас выберу просто все страны, чтобы показать еще что-то, чтобы ознакомление было. Выбираете все страны. Сейчас загружается предложение, офферы так называемые. Они сейчас загружаются. И брюки превращаются. Вот, пожалуйста, это все офферы. Офферы, как видите, на разные страны. Это Ирландия, это Эстония, это, ну, по флагу я просто стараюсь определить. В общем, на разные страны. Но поскольку мы будем работать на США, не обязательно. Есть жирные офферы, которые не на США, и можно работать на другие страны. Вот мы выбираем, какие есть предложения для США. И здесь нам показывается, вот эти офферы, они, видите, только флаг США. То есть мы эти офферы предлагаем только американцам. Еще одно хочу вам показать. Вот здесь, когда вот вы на главной странице, на консоли, чуть еще ниже, вот здесь, вот проскролите, здесь вот такой вот список. Самые прибыльные офферы, и опять же здесь флажки. Это вроде Италия, Ирландия. Вот видите, Ирландия. За каждое предложение, которое вы прорекламируете, продвинете, и у вас его примут, 6,84. Это Эстония. Это так, Венгрия. И вот так вот можно разобраться. В левой колонке это предложения свежие, которые только-только выставлены. Кем они выставлены? Это может быть фирмы разные, могут быть магазины разные. Вы по офферам все это поймете, когда начнете выбирать офферы вот отсюда. Offer Tools, My Offers. Выбираем. Значит, еще раз. США. И все категории. Сейчас у нас тут все категории. Видите все эти предложения. Разные предложения. Вот целый лист. Из этих всех офферов, как их выбирать? Выбираются они на разные категории подразделяются. Вот смотрите, в этом выпадающем списке то, что нам надо. Вот смотрите, Mobile Install. Я такие брать, естественно, не буду. То есть какое-то предложение, которое надо установить на мобильный. Ну, не каждый человек это сделает. Следующее, PIN Submit, это тоже не знаю что. Самое такое для нас Email плюс ZIP. Вот это, чтобы люди просто зарегистрировались. Нам надо, чтобы люди зарегистрировались, и все. И за это мы получили свою денежку. Это самый легкий, самый простой вид оффера. Теперь далее. В этих офферах, вот
в левой части написано мобильник плюс имейл. То есть здесь плюс еще к имейлу, то есть к простой регистрации, надо еще и свой телефон дать, чтобы клиент заполнил свой мобильник. Это тоже люди делают без желания. Регистрацию еще на, там они проходят нам на какой-то левый имейл и так далее. Нам это не страшно, но номер телефона дают неохотно. Поэтому такие тоже надо отсеивать. И выбирать то, что только десктоп. Вот так, такое предложение. Такое предложение вот тоже. Видите, где мобильного нету. Дальше. Чтобы сейчас показать вам, вот я выбрал вот этот вот офер. Вот кликаем по нему, вот нам открывается вот такая вот всплывающее окно. Это и есть наш офер. Теперь смотрите, это фен для волос фирмы Dyson. В чем смысл этого оффера? То есть человек может зарегистрироваться и участвовать в розыгрыше этого фена. В принципе, email, zip, там заполнит любой. Просто заполняешь email, и тебе может прийти и может не прийти. То есть типа ты выиграл. Это будет, ну, у человека займет там 2 минуты. И очень многие пойдут на это. И теперь мы рассмотрим саму технику продвижения вот таких вот офферов. У многих, очень многих, буквально до физической боязни незнание английского языка. И все вот в этом месте у них начинается прям паника. Вам не нужен английский язык по большому счету. Он не нужен. Да, хорошо, если вы будете знать английский и пользоваться им. Но есть такой вот парень, как Google переводчик. Есть такой парень, как Google переводчик. Вы можете рекламный текст. Вот сейчас что мы делаем? Мы создаем рекламный текст, как можно короткий. Ну, чтобы он отвечал минимальным требованиям. Теперь, внимание, рекламный текст надо составить следующим образом. Следующим образом. Я сейчас покажу вам картинку. Вот эту картинку. Вот это, чтобы этот текст поместился на вот таком вот баннере. Этот баннер по размерам Твиттера. Итак, смотрите. Чтобы увеличить конверсию, так сказать, вот это то, что вот сверху, вот до этой части, ну, это стандарт. Участвуй, выиграй. Теперь, для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше, внимание, это уже выдумано мной, так сказать. Я пишу, вам надо проделать следующие действия. Хотя для участия они не обязательны. Значит, шаг первый. Сделать ретвит этого поста. Поскольку я делаю это для Твиттера, то ретвит. Если вы делаете для продвижения через Facebook, значит, share, то есть репост сделаете. Ну, слово репост для Твиттера по-другому, для Фейсбука по-другому. Итак, значит, мы говорим, что для участия надо сделать один ретвит своей ленте. Следующее, второй шаг,
это надо от друга типа кликнуть, который тоже хотел бы выиграть вот этот приз. И третье, кликни по ссылке в моей био, био это о себе, в рассказе о себе, кликни по ссылке, чтобы понять, где участвовать в этом розыгрыше. Дальше текст. Тут пишется, что только для американцев этот розыгрыш. А этот текст я вам сейчас покажу. То есть эти два текста я вам покажу, куда и как это делается. То есть вот этот баннер я сделал. Сейчас не буду показывать, как его сделал. Я его сделал, вот есть такой вот красивый сайт онлайн. Canva, опять же, очень многие знают об этом. Вот сделать дизайн, там вот Twitter-пост, да, вот пост для Твиттера, размеры сразу подставляются. Вот выбираешь размеры, то есть шаблончик, можно вообще с чистого листа закидывать сюда картинки. Ну, как работать, вы разберетесь в Canva, как работать и без меня. Можно выбрать что-то из готовых и там раз-раз поменять и так далее, сделать удобно. То есть сделать так, вот, допустим, вот здесь этот текст взять, переместить в эту сторону, это эти шарики вообще убрать, да. Допустим, текст взяли, переместили сюда, там увеличили, скачали с интернета вот картинку этого Дайсона, вот этого фена, вставили сюда, поменяли этот текст. В общем, сделали, он автоматом делает вот это Canva для вас баннер. И следующее. Теперь очень многие сайты, очень многие социальные сети не любят. То есть, вот смотрите, если вы возьмете вот эту ссылку, если возьмете и будете ее постить, вас заблокируют и вообще аккаунт закроют. Так что поэтому берем, копируем эту ссылочку. Вот это ваша реферальная ссылка. Копировать. И есть такой вот сокращатель ссылок Cutly, который, ну, буквально, где бы я ни вставлял вот эти сокращенные ссылки от этого сервиса, везде пропускаются. Вот, знаете, есть Bitly, есть очень много разных других таких сервисов. Если вы пользовались без проблем этими сервисами, продолжайте пользоваться. Я пользуюсь этим, он меня устраивает. Дальше. Сократили эту ссылку, копируем ее. Скопировали. И вот там, где наш текст, ставили сюда. Сокращенную ссылку, еще раз. Не прямую, не целую. Понятно? Понятно. Сделали этот баннер, то есть подготовление прошло. Сделали баннер в Canva, сделали текст в Гугле. Этот текст перенесли на баннер, вот то, что надо, кроме вот нижних вот этих двух строчек. Здесь я еще добавил вот то, что от себя. Правда, получилось не очень аккуратно, но для видео сойдет. Здесь о чем написано? Каждый раз, можно через каждые 24 часа еще раз зарегистрироваться. То есть каждые 24 часа можно регистрироваться для участия в розыгрыше. Делаете вот такой баннер, и теперь пора его разместить.
Вот то, что мы сделали, надо разместить. Для этого я сейчас покажу то, что, как его размещать на своем основном аккаунте. Во-первых, из-за того, что он мужской, и здесь фен женский продукт, я вам покажу, что даже это не имеет никакого значения. Во-вторых, в своих настоящих аккаунтах, в тех, в которых я буду работать, по возможности не буду вам показывать, потому что это плохо. И третье, это не мой товар. Я его, в принципе, продвигать не буду. Я его взял для того, чтобы снять ролик и показать, как все это работает. Опять же, те, кто смотрел, помнят, в предыдущем ролике было про дельфин. И вопрос был как раз про дельфин мне. Для чего нам дельфин? В этом дельфине, вот давайте сейчас запущусь и покажу, чтобы было уже все понятнее. У меня вот таких вот профилей, вот то, о чем мы вот здесь создавали, вот эти профили, пока дельфин загружается. У меня несколько таких профилей, у которых есть Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Quora, зарегистрированных с американских IP, есть и канадские, есть украинские, разные есть, где вот это все у меня есть. И при желании и необходимости я эту рекламную кампанию запускаю не с одного аккаунта, а вот видите, сколько у меня аккаунтов. Вот эти три у меня американские. Я запускаю их оттуда. И получится, что одна ссылка, одно объявление у меня будет идти с трех разных аккаунтов. И это вот для чего именно, значит, дельфин можно использовать. А если, допустим, три по три, да, три раза по три, если через Twitter, через Facebook, через Instagram, да, там еще Pinterest, вы вот представляете, на какую аудиторию распространяется эта ссылка? Через сколько аккаунтов. Дальше. Вот смотрите. Первое, что нам надо сделать, надо сначала этот твит, вот этот вот баннер, разместить в своей ленте. Как мы это делаем? Вот смотрите. Когда мы составляли вот этот текст, вот и вот, да, вот эти две строчки у нас остались. Это делается так. Вот берешь свой аккаунт, кликаешь «Edit Profile». Можно и имя поменять. И тут вот «Bio», то, что называется «Bio». Мы же здесь написали «Click on the link to the bio» и «Участвуй». Вот в это, там, где это био, биография, то есть о себе, надо скопировать вот это. Я просто буду по частям делать. Скопировали сам призыв, так сказать, что это розыгрыш этого товара. Да? И добавили свою ссылочку. Вот она, сокращенную ссылку. Копировать. Сюда же. И сохранить. Вот, в моей биографии пошло. Есть уже. То есть в моем профиле это видно.
ссылка на мой сайт, с которого будут идти клики. Дальше. После того, как сделана эта часть, вам надо сделать твит. Надо сделать твит. Кликаем по твиту. То есть пишем пост. Приходим сюда. И смотрите, фен – это дамский предмет. Но я мужчина. И все равно я могу разместить этот твит со смыслом. Что здесь надо писать? Опять же, давайте обратим внимание. Ну, это, естественно, розыгрыш Дайсона. А вот здесь, кроме того, что я написал, что для своей любимой надеюсь выиграть, но обязательно пишите «я надеюсь выиграть», «я хочу выиграть». То есть, интересно, повезет ли мне что-то такое, что, чтобы те, кто увидят этот пост, этот твит, они не подумали, что вы от какой-то компании, там Dyson, да, например, и хотите продвигать этот товар, но чтобы они видели, что вы участвуете в этом розыгрыше. Вот что должен видеть тот, кто увидит ваш твит. Окей? И здесь дополняете этот твит вот этим вот баннером. Вот этим вот баннером. И твитнуть. Вот он ваш твит. Окей? Человек пришел, увидел, вот он твит. Он будет твитить. То есть, когда ты говоришь ретвитни мой пост, вот он ретвитит. И приглашает друга и так далее. И вот так вот идет сюда трафик. Дальше. Нам тут надо, в чем прелесть вообще вот такого вот продвижения. Это просто я вам сейчас объясняю, рассказываю. Оно много времени занимает. А так это все очень быстро получается. Прелесть такого продвижения в том, что тут мы находим целевую аудиторию. Вот я сейчас скопировал название этого продукта. Ну вот я перед тем, как снять ролик, делал. Вот Dyson Airwrap. Кликаешь в поиске по Твиттеру. Вот такой вот запрос. И вот это, видите, сокращенная ссылка с небольшим текстом, но прямое перенаправление вот на этот лендинг. Ребята, никогда так не делайте. Он картинку взял прямо отсюда. Ребята и девчата, это не то. Ну, сравните то, что я сделал, и то, что вот здесь мы видим. Оно, как бы вам сказать, займет 5 минут, там, 10 минут. Но это, чтобы сделать хороший баннер, да? Но это будет намного лучше. И вот кто-то ретвитнул. Но что мы тут ищем? Что мы тут ищем? Мы тут ищем. В комментариях вот тоже кто-то твитнул, И вот смотрите, мне нужен Dyson Airwrap. Ну, это 20-го года твит. Он нам не интересен. Дальше смотрим. Ну, давайте я вам... Вот, опять же, я иногда забываю про переводчик. Значит, в пустом месте правый клик «Перевести на русский». Чтобы было понятно, о чем тут. Кто-нибудь может подарить мне Dyson Airwrap? Ха-ха-ха.
То есть здесь не на английском, поэтому и не переводят. Скроллим. И вот смотрите. Нужно накопить денег, чтобы подарить себе вот этот аэрораб. Такой мечтательный джентльмен и так далее. То есть, почитав немного сообщений, вот тот, кто комментирует, тот, кто пишет, вы можете найти именно целевую свою аудиторию. Что вам надо делать? Вы переходите на их профиль. Я просто хочу найти именно... Здесь иногда читаешь, оно прямо есть. Вот как бы мне... У меня очередной приступ... хотя тоже 20-го года. Здесь свежее, но не читается. В любом случае, ладно, давайте вот... Поскольку этот, чтобы ролик долго не затягивался, вы найдете, обязательно здесь найдете по этой теме. Да, желательно где-нибудь рядом. Осталось найти в наличии, вот 7 мая маленький, не знаю, не водохуруш и так далее. Вы, ну, следовать это follow. Смотрите, у вас уже там есть вот этот Dyson. Когда вы становитесь фолловером вот этой девушки, да, давайте переведем обратно, а то не получается. Вы становитесь фолловером именно, ну давайте уже, чтобы там открыть ссылку в новой вкладке там, а то я смотрю, ролик очень затягивается. То есть, смотрите, вы именно становитесь фолловерами того, кто именно даже прямо и говорит, что я хочу вот такой вот фен. Их много. По другой теме может это быть. То есть, смотрите, не переходите на тех, кто рекламирует. Они вам не нужны. Рекламодатели, вот кто продвигает, к ним не надо. А именно становитесь фолловерами тех, кто хочет купить. В комментариях можно их найти. Есть вот это комментарий. Вот это вот комментарий. Вот Малата, да? Накуна Малата какая-то. Вот перейти и зафоловиться к ней. И вот таким вот образом набрать себе фолловеров. Чем больше, тем лучше. Под любую тему. Под любую тему. Набираете, они приходят такие: о, в Твиттере кто-то вас фолловит, следит за вами. Кто-то подписался на вас. Да, вот как мы говорим, кто-то подписался. Вот подписался на вашу ленту. Вот тот, кто подписался, он приходит, раз вы ему подписались, он приходит к вам, видит, что, ага, а что это, а как это, и давай. И вот так вот распространяется. И так каждый продукт. Не обязательно именно это, то, что я вам показал. Хотите, делайте это. Главное, еще раз. Значит, это закрываем, потому что я уже свой смысл объяснил. Можете выбрать, вот смотрите, ну, здесь опять мобильный. Вот это. Участие в розыгрыше $750 PayPal. Только надо ввести свой email. Ну, кому делать нечего, грубо говоря, кому... Вам надо показать это просто предложение. Ну, подумает, чем черт не шутит, давай сделаю, может и выиграю. Смотрите, карта Walmart, да? Карта Walmart. Может выиграю, может не выиграю на $100.
Что надо этому американцу? Просто ввести свое имя, фамилия. И если еще и проделаете именно так, что в своей ленте сделай, да еще и друга пригласи, то есть расширяется аудитория ваша. Вот такие пироги. Переходите на вот этот сайт, мой блог. Кликайте вот сюда. И в разворачивающемся меню, вот он текст, вот регистрация кнопки. Регистрируйтесь. На этом, с этой частью аффилиат маркетинга. Все. Ждите следующей серии. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.